В Национальной библиотеке Чувашии прошла презентация второй книги-каталога Николая Муратова «Объекты культурного наследия Чувашской республики». Первая книга специального научно-справочного издания вышла в 2011 году. Теперь появилась возможность познакомиться с продолжением работы Муратова, директора Государственного центра по охране культурного наследия, заслуженного работника культуры Российской Федерации и Чувашской республики. Во второй книге показано историко-культурное наследие Мариинского Посада и Цивильска, включенных в перечень исторических населенных мест Российской Федерации. В издании нашлось достойное место памятникам истории и культуры, расположенным на территориях муниципальных образований Чувашской Республики. В книге представлены и описаны памятники истории и культуры федерального и регионального значений, их цветные фотографии и планы зданий. Каталог объектов культурного наследия Чувашской Республики – первое специальное научно-справочное издание о недвижимых памятниках. Его материалы содержат самую основную информацию о памятниках, об архитектурных стилях, конструктивных и декоративных элементах зданий, об особенностях произведений монументального искусства. В конце издания дан дополненный словарь архитектурных терминов. Имеется перечень археологических памятников Чувашии с их краткими описаниями. Только что изданная книга уже востребована. 500 экземпляров разошлись по библиотекам республики. Работы, которые в других регионах делают целые институты, многими десятилетиями сделали практически вы один с вашими коллегами, которые работают в институте. Спасибо вам большое.